Приветствую, друзья, всех на моем канале. Сегодня хочу поделиться о том, как я добываю такую замечательную насадку для ловли крупной рыбы, как выползок. Выползки – это вид земляных червей, которые отличаются большими размерами. Длина выползков бывает доходит до 30 сантиметров, а диаметр – до 1 сантиметра. Ну, такая насадка особенно хороша для ловли в летнее время сомов, налимов. Хорошо ловится на нее крупный голав или язь. Частенько попадается крупный окунь. Ну вот сегодня погоду передают дождливую, сейчас к вечеру должен пойти дождь. И, вооружившись фонариком, я отправлюсь на эту охоту. Значит, ну обычно выползки в темное время суток и в теплую и дождливую погоду поднимаются из земли на поверхность. И собрать их, ну, не представляет особого труда. Итак, вперед. Итак, начинаем поход за выползками. Погода ужасная, идет сильный дождь. Дождь не прекращается уже несколько часов. Но в такую погоду обычно набрать выползков большого труда не составляет. Ну, кстати, промежуточный этап такой. Столько я их уже набрал. Ну вот сейчас собираю я их, напомню, на своем дачном участке. Вот небольшой выползок, но мы его мимо проходим. Собирать, брать не будем. Значит, дорожки у меня плиточка такая вот. Обычно выползает, но сегодня здесь вода. И выползков нет. Дождик идет. Здесь бетонная отмостка, куда тоже любят выползки выползать. Не только на земле, но посмотрим и на земле, конечно. Ну, есть, но мелкие. Да, дождик сегодня сильно, конечно, шпарит. Так. С крыши нет. Вот они, красавцы. Опа, убежали. Здесь у меня в гаражу бетонные такие плиты две лежат. Вот на плиты любят вылезать. Убежали, вон они. Ну, видно. Можно, конечно, достать. Ну, ладно. Сейчас еще найдем. Вот лежит. Нет, это не он. Это не он. Вот. Вот это он. Оп. Вот так. Вот такой небольшой выползок. Кладем его в коробочку. А это что, спаривается, что ли? Ух ты! Сейчас двоих прям... Ой! Нет, один убежал. Один вот какой-то короткий. И толстый выползок. Так, сейчас посмотрим. Здесь часто бывают выползки в количестве. Лучше, конечно, чтобы дождик был поменьше. Вот. Ну вот они два еще лежат. Смотрите. Оп. О! Ну этот сантиметров по 20. Такой огромный. Вместе с травой. Вот. Кладем его в баночку. Вот еще рядом один. Опа. Вот когда вы ухватили выползка, необходимо его так вот подержать, но сильно не форсировать, тихонечко подтягивать, и он сам вылезет, чтобы не оборвать его. Вот смотрите. Вот-вот-вот идет. О, какой длины. О, какой длины. Это еще не весь вышел. Сантиметров 25, наверное, 30. О!
Ну, монстр. Он еще рядом лежит. Этот монстр. Просто ну, такой огромного размера. Кладем его в банку. Сейчас попробуем второго изловить. Оп. Возможно, получится. О, этот сам вылез. Тоже большой. Ну, толщиной, наверное, в сантиметр. Красавец. Банка уже наполняется. Вот еще один и второй. Опа! Ловля выпусков. Довольно-таки азартно. Не менее азартно, чем ловля рыбы на них. Вот так. Вот какой. Смотрите. Огромный. Огромный выползок. Ну, ловлю я их вот такие перчатки использую. Можно, конечно, и руками. Ничего в них страшного, конечно, нет. Ну, тут же рядом еще один пытается убежать. Оп! Ну, убежал. Это ему удалось. Так. Дождик вроде заканчивается. Ну вот сейчас будем еще искать. Ну здесь вроде бы нет. Пока, может быть, я их испугал. Они довольно-таки пугливые. И при малейшей опасности убегают. Вот еще лежит. Вот один и второй. Опа! О, какой! О, какой! Смотрите! О! О, какой! Тоже большой длины, сантиметров 20. Ну, наверняка, если не больше, 25. Ой, куда ты? В баночку. Ну вот, в общем-то, на хорошую рыбалку я уже их наловил. Ну, напомню, выползки. Вот еще один. Очень хороши. Опа. Для ловли любой крупной рыбы. Ловил я на них головлей. Очень крупных езей. Само собой, сом, налим, крупный окунь. Один раз даже плотва под килограмм попалась. Так что это отличная насадка для любой крупной рыбы. Всем рекомендую ее использовать. И наловить, в общем-то, ну, большого труда не составляет. Во время дождя 15 минут вот еще лежит. Оп! Эй! Эх ты! Ну, это, к сожалению, я его оборвал. Это очень плохо. Поторопился. Ну ладно, сейчас найдем еще. Ну вот еще лежит. Этот убежал. Ну, кстати, можете пройтись по своим местам, там, где собирали выползков через... Ну вот маленький, я его не беру. Через некоторое время... Ну, выползки опять выползут. Они особенно в дождь выползают глотнуть воздуха. Хранить их, советую... Вместе с землей. Ну, оттуда, откуда вы их собираете. Так они будут храниться лучше всего. Ну и в каких-то... в каком-то контейнере. Деревянном ящике. Или пластмассовом контейнере. Это не принципиально, но в прохладном месте. Лучше всего в погребе. Так, здесь прям совсем болото. Давайте еще пройдем назад. Посмотрим, есть они у нас еще. В общем-то уже, я не знаю, штук, наверное, ну, 30, наверное, есть. На хорошую рыбалку набрали. Ну, обычно я этим занимаюсь в дождик. Так.
А вот какой здоровенный лежит. Успею его взять. Нет. Бежал. Ну ладно. В общем-то уже достаточно. Так. Ну вот и все, 10 минут. Ну и дождик кончился. Вот такой. Красавец. Тоже отправляется в баночку. Вот такой результат. Вполне меня устраивает. Хранить выползков лучше в пластиковых или деревянных контейнерах, в грунте, взятом в месте обитания. Подойдут также опилки или мох. Если предполагается длительное хранение, то необходима подкормка, и для этого вполне подойдут пищевые отходы, типа остатков каши или хлеба, также картофельная кожура. Ну и так на этом все. Всем удачи и хвоста не чешуй.